Она говорит, вот 1 марта пенсию поднимут. А я говорю, ну да. Она говорит, а ты знаешь, пенсию поднимут? У кого есть российский? Сейчас же опять сделать паспорта российские. Ажиотаж же шел, потому что люди сколько отказывались от паспортов. А зачем мне российский паспорт? Я же в России не собираюсь. Ну, все делали ажиотаж. Помнишь, ажиотаж донецкие паспорта, ДНРовские. А теперь и нахуй. И украинские не нужны, и ДНРовские не нужны. Сейчас нужны российские паспорта с 1 марта. Это самое, по российским паспортам пенсию будет назначать. Прибавку будут делать только тем, у кого российские паспорта.